Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, и опять вернулся. Это очередной выпуск мод-обзора. Сегодня у нас модификация для Max Payne 1. Модификация 2002 года по названием Dark Evil. В левел-селекторе у нас есть целых два персонажа. Есть Джон Смит и Александра Дарк. Ладно. Джон Смит, попробуем тебя. Инфекты, оба. The pressure is on, as you only have a limited time to clear each level. Попробуй-ка Infected, никогда даже не пробовал. А ну-ка. It comes. Оно идет. Что же оно? Не знаю. Но кажется интересным. Я надеюсь, что интрига такая же самая, как и сам уровень. 6 минут дано. На прохождение уровня. Ну да, он проходит, кстати, гораздо быстрее, на самом деле. Вот наш Смит. Окей. И... смотрим, что есть дальше у нас. FBI. Ничего себе. Окей. The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. Окей. Я исправил звук, кстати, Макс Пейне, именно удалив русскую озвучку, потому что она у меня невероятно хреново вставлена на версиях диска. Так, который я покупал. И проблема как раз в том, что у меня проблема с озвучкой. Кунг-фу. Ай-яй-яй. Не говорите мне, что это... Нет, это не то. Совсем. Я думал, что это уже будет, знаете, типа типичная параша. Здесь реально типа зараженные, даже ничего себе. Смотрите, они даже у нас попасть не могут. Они просто берут, смотрят там и могут шмалить друг друга даже не у нас. Знаете ли, мне нравится эта механика, и меня уже это заинтересовало, потому что эта модификация всего на 25 мегабайт. Вау. Это реально круто. Меня это только заинтересовало. Магнум. Могу сделать еще интереснее. Фак. Я хочу пройти Max Payne с этим модом. Вот серьезно, мне он нравится. Особенно от того, какие здесь враги. Видели, они здесь реально будто зараженные как раз. О, иди сюда. Куда ты? Так тебе долго бывает, но все равно это хотя бы что-то получил. Магнум. У всех 50 много патронов. Почему мне сказали, что нет? На, получи, 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 и все. Изменена модель крови. Изменены модели вообще все. Оружие изменено, что мне очень нравится. И дайте угадать, здесь будет semicolon, да? Give all weapons. Да, я так и думал, будет semicolon. Причем, самая главная проблема в том, что semicolon не всегда работает, на самом деле. Хотя попробуем. А ну-ка. Give all weapons. Вот так вот, допустим, напишем. Ни хрена. Give all weapons. И semicolon. Ни хрена нет. Я понял, вроде бы. Погодите. Так, я увидел и узнал, как выглядит semicolon у нас. Да. Окей. Это не ты. Да, это ты. Give all weapons. И ты. Не работает. Give all weapons. Ты. Give all weapons. Иди в жопу. Иногда это работает, иногда вообще нет. Это бесит. Потому что некоторые моды специально у тебя забирают оружие, как бы ты его не хотел. Но это блин, гребаный обзор. Я хочу получить оружие и посмотреть, какое у нас здесь есть. Не украли ли вы, к примеру, чего-то? Я. Будешь смотреть на то, что мы украли потом. Хорошо, по-настоящему то, что у нас враги здесь довольно туповатые, но урон от них большой. Еще дальше не снимет. Нормальная игра. Нормальная игра будет такой же. Это интересно. Окей. Окей. Смотрим дальше. Fuck. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. Ладно. Так, и в этом режиме все так же идентично, да?
сюда. В этом режиме все так же. И да, у нас здесь просто такие враги. И не по-настоящему такие. И это круто. Может, они реально будут какие-то зараженные. Ладно, затем мы поиграли. Александра Дарк там у нас какая, а? Нормал гейм. На Александру мы сейчас как раз и посмотрим. Что у нас там с ней? Я надеюсь, что тебе женский модель будет, а не Джона Смита. Да, женский. Ладно. Неплохо, неплохо. Просто бывает такое, к примеру, что у нас есть какой-то скин. Да, вот только мы это хотели сказать. Вот только хотел сказать в таком случае. Вот видите? The station was drenched in gloom. Вот Александр стал Джоном Смитом. Бывает, такое, бывает. Такова жизнь. Такое иногда бывает. Что Александр стает Джоном Смитом. У тебя там можно все взять, а? Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. Ни хрена не работает, окей. Не хотите, значит не хотите. Все сами ясно, значит. Да, у них идентичное поведение, это просто другой скин и все. Механика, очень большая часть, взята из матрицы. Что мне уже не нравится, потому что вы матрицу так задолбали просто. Я вам говорил, обозревая мод на матрицу, Max Payne, что такого будет до хрена. Очень, мягко говоря, до хрена будет. И это факт, видите, что куча мода имеет в себе ту самую либо механику матрицы, либо вообще что-то соединенное с матрицей. Это нахрен не нужно. Быть врагом сложнее, но при этом игра очень даже интересная. Реально Магнум? Почему тогда у него звук, как у обычного, например, там какого-то пистолета? Магнум должен быть жестким. Это ручное... Это ручная пушка. А здесь... Пшикалка какая-то. Ладно, пройдем уровень, на этом уже можно закончить, потому что здесь больше на самом деле ничего нет. Охреневший, только посмотри на него. Окей. Как ты держишь дробовик? Кто так научил ее держать дробовик? Вы это видели? Вау. Это было очень круто. Я думаю, на этом можно закончить, потому что здесь больше ничего нет, но я бы сыграл на самом деле. Я хочу проверить полностью до конца, является ли это все-таки какой-то копиркой матрицы или нет. Потому что вот механика моделей мне уже нравится на самом деле. Да и не только она. Только здесь, к примеру, оружие устроено. Здесь есть наверняка некоторое оружие, которого нет и в самой матрице. Ладно. На этом все. Мне на самом деле понравилось. А особенности поведения наших врагов тем более. Еще бы им модельки изменить. Чудесно получилось бы зомби. Но хотя по ним видно их урон, да и некоторых кровь здесь черная, как вы можете увидеть. Это все.